Слава Украине и слава ЗСУ! В Одессе 30 декабря 310 дней полномасштабного нападения террористической нацистской России и предательской Беларуси. После вчерашней ракетной атаки по Украине, в том числе и по Одесской области, у многих жителей Одессы и Одесской области все-таки были проблемы с электричеством. Но сегодня днем уже ситуация стала лучше. Коммунальщики, конечно, топ, как и парни из ПВО. А сегодня где-то около 10 часов утра опять была воздушная тревога. Связана она с тем, что в районе Севастополя сработало российское ПВО. Неизвестно, что там случилось. И поднялась российская авиация. Может быть, чтобы их не разбомбили в аэропорту, они решили подняться в воздух. Ну и из-за этого объявили воздушную тревогу в Николаевской, Херсонской и Одесской области. Вот как раз, если слышно, опять воздушная тревога. Может быть, до сих пор продолжают летать. В соседнем городе Герой Николаеве вчера около 3 часов дня начались перебои с электричеством, потому что, кажется, россияне мопедом куда-то в Николаевской области попали. И сегодня в Николаеве, как и в Одессе, ситуация с электричеством стала лучше. У многих людей его уже даже и не отключали сегодня. Коммунальщики топ. Освобожденный от российских нацистов Херсон каждый день подвергается обстрелам. И, к счастью, за прошлые сутки без жертв. Ну, а ранения каждый день люди получают из-за российских обстрелов. ЗСУ, конечно же, насыпает в ответ россиянам. Это уже стало обычной информацией, как и то, что когда-то россиянам насыпали на Херсонском фронте. Ну и все это закончится, понятное дело, бегством россиян и из других частей Украины.